«Дай почитать». Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Новая книга Татьяны Мужицкой «Переговоры по душам. Простая технология успешной коммуникации. Как всегда, яркая, познавательная, поучающая, обучающая и полезная каждому. Потому что она не только о бизнес-переговорах, она посвящена переговорам вообще. С детьми, коллегами, продавцами. У Татьяны Мужицкой свое представление и видение этого процесса. Каждый оказывается в трехмерном переговорном пространстве, которое состоит из трех составляющих. Первое – задачи, это цели коммуникации. Второе – отношения, стиль взаимодействия участников. Третье – энергия, состояние участников. Главное – соблюдать баланс между тремя составляющими, освоить поэтапную технологию и сделать любую коммуникацию эффективной. Татьяна Мужицкая – интересная личность, психолог, бизнес-тренер, телеведущий, писатель, бард. По первой специальности инженер, окончила МИСИС, а потом МГУ, социальный психолог. Тренер по нейролингвистическому программированию. В числе ее корпоративных клиентов – Мегафон, Ростелеком, Внешторгбанк и другие. У Мужицкой свой стиль, юмор, выверенный подход. Ее книги, теория невероятности, как мечтать, чтобы сбывалось, как планировать, чтобы достигалось, роман с самим собой, брать, давать и наслаждаться, мне все нельзя и другие. Последняя книга «Переговоры по душам» не напрягает профессиональными терминами, а просто и доступно предлагает ряд техник при ведении переговоров. Наиболее простой флирт в переговорах. Она уверена, что в любой коммуникации важны отношения между людьми. И эти отношения должны быть такими, чтобы их было потом легче поддерживать. Чтобы достигнуть цели, нужно уметь быть гибким. К переговорам нужно эмоционально настроиться, уйти из зоны, что все плохо, что все предопределено в худшую сторону, а излучать силу, уверенность, заинтересованность. Очень много в книге историй, анекдотов, притч, небольших, но прекрасно иллюстрирующих или дополняющих мысли и идеи автора. Книга четко структурирована, Мужицкая, и это подкупает, не создает из себя образ недоступного гуру, а на примере своего опыта, своих ошибок, правильных решений, показывает, как результативно коммуницировать и с клиентами, и с коллегами, и с близкими людьми, и с окружающими. Как начать вести с миром переговоры по душам. 12+. «Дай почитать».